сильно раздражает, там перец или что-то. Я не знаю, в каком возрасте, но за 50. Склонность к раковым опухолям, рак желудка, кишечника. Организм уже не может бороться с этим. Это не надо. А я считаю, ну, наоборот, это... хрен противоонкологический. О. Это когда заболел там что-то где-то один раз, а это все время есть. Вот человек курит трубку, что болит? Рак губы. Курит обыкновенный табак, рак легких, это уже закон. Рак легких. Эти кладут на свой за щеку, рак щеки. Тут уже даже доказывать не надо. Организм не может бороться постоянно с этим. Немножко где-то там раз. Наш отец все время перец, ты помнишь, как он ножом перекроет чашку-то, ладно, у вас пусть без перца будет, а в одной чашке перец плавает-то. Ну. Что из двух чашек есть, мы этого не знали. И чё? А? А перц? Ну, почему перц? Там все равно есть. Любил и выпить любил. Там, так, ты говорил, вот этот лоб. Был контуженный, инвалид. Я думаю, ну, конечно, во всем нужна мера. Нет, тут мера действительно нужна. Но. Ты вот этот шлюз, где смотрели-то, на те годы. Я спрашивал Алексея, да как? Каждый год, говорит, председатель посылал людей, говорит, два трактора работали, прогребали его. И весь ответ. Первый мост? Соединительный шлюз между ними. Между первым и вторым, между первым и вторым мостиком. А-а-а. Это каждый, говорит, год было там. Мы не знали, а Алексей, я говорю, знаю очень хорошо это. Может быть, его прогребали этим бульдозером, я не знаю. Когда еще вода не пошла до воды. Я говорю, Алексей говорит, я не знал. Я а что я знал? Ты учился здесь. Там не было, там конторский. В конторе было, там мать знала, а дядя Степан, он в ревизионной комиссии был. Я не понял, как. Спаси Христос. Спаси Христос тебе, брат. Никит. Так что... Ну, спаси Христос, брат. Мы в середине, где ты говорил, камень-то ниже-то, мы убрали камень-то на шлюзе-то, стенки выше сделали. Ты говоришь, зимой весной не выковырнешь. Мы убрали большой ковырни. Там где-то из глины. Представь, глина мокрая. Да, там вообще там ломом не возьмешь, там только взрывать. Мы выбросили большие камни, убрали. Мы вот здесь вот хотим, Игорь говорит, надо глиной пока засыпать глиной. Пожалуйста. Там большая эта выемка, уже эти. Ну, трудно на машине проезжать. Пускай делаем. Бампер поехал, Игорь, бампер оторвал. Я сделал с учетом. Непонятно, ну, там ездить нельзя, тем более грузовая. Сделайте, засыпьте, утрамбуйте. Что, проезд? Ну, не говори, меня вчера чуть не убили внуки. Кто? Внуки. Еще себе. Ну, как так? Я проезжаю, они в ограде играют, я зашел к ним, а этот маленький сидит на велосипеде, и что-то мне та-та-та-та на колесо, я нагнулся вот так вот. Ему колесо-то заглядываю. А тот с того конца оттуда, я его не видел, он на велосипеде разгоняется. Варам. Ага, и прямо мне по голове. Там у него болт железный в этой. И прям болтом мне по голове. И я на бок брык. Ой-ой-ой. Потерялся, да, потом встал, когда же. А никого рядом не было больших. Ну она дома была в избе, где. Я сейчас он... А он что, Варлам? Ну а он что, он. Тормозов не, он разогнался, видать, а не это. Так он и сам может убиться. Так может, да. Ой-ой-ой. Ну, так, прямо, не больше, не дальше, прямо болтом, прямо по голове. Так ладно, не висок. А висок все бы, насмерть. Насмерть сразу. Вот беда-то где. Ты где-то поедешь, там у тебя будет дома. А вот если ты не поедешь туда вот так вот, из-за этой... По неволе подумаешь, Господь услышал молитву. Да. Ну что, поехали? Давайте. С Богом. А ты знаешь, как по-украински картошка? Бульба. Бульба. Вообще картопля. По-белорусски бульба. А ты знаешь, что такое собакевич? Ну это у Гоголя там. А где у Гоголя? Ну что там, мертвые души, наверное. Ну да, а чем он отличался от других людей? Ну я сейчас точно не скажу уже. У него все было основательное. Как у меня он
где это, на кухне, в лагере, ножки стола сделаны из таких вот бревен. А-а-а. Он говорит, у нас если за обед, так пол быка сразу. А старосельские священники, там Пульхерь Ивановна, там муж остается там кто-то, Порфирий Иванович или как его звать, что-то не спится мне, не знаю, что бы такое поесть. И она ему может взвару принести, тоже будет девку, девка там приносит. Что-то не спится так, что бы такое еще мне поесть. Вот так и лекарство. А мы все время думаем, где бы... Я говорю, ребята, завтра что же мы будем делать? А работа вся переделана. Бац, на овечек 3 дня почти потратили, там все убрали. Ну что, вам барана дать вам? А это Агафья говорила, Лыкова, тятенька мог на работу найти, без работы никогда не сидели. А вот курицу или какую-нибудь, гуся, то можно. Это мне, это гуся, он опять любит, там ловить его. Нет, нет, гуся, мне кажется, починить его. Еще нет. О, картошки там много, сделали, не сюда.